Всем доброго времени суток, дорогие подписчики, все мира и добра. В духовочке опять приготовила картошечку. При этом всем аппетита. Картошечку, у меня тут по-корейски морковку. Вареного баклажана. Грибочки. Все хочется. Горячеватые. Люблю соленья. По-корейски такая прям остренькая, классная. Теперь есть чем жевать. Зубки сделаю. Не, обалденно. Картошка в духовке отлично получается. Чтобы подождать, чтобы остыло. Чуть язык не ошпарил для позитивчика. И батю, и брату, и тут еще сколько осталось картофана. Это почки обалденные. О, хороший у меня ужин. Не у меня, у батя, у брата. Поужин прям на ура. Бомбический ужин. А картофан вообще отличный.